Как вы относитесь вот к этой волне на Западе, которая до нас тоже доходит, вот борьбы с харассментом, с сексуальными домогательствами, вот об этом много пишут. Вы знаете, что очень многих людей была разрушена карьера, потому что они там кого-то когда-то употребили. Вы знаете, человечество, оно время от времени все время с кем-то борется. Меня так воспитан в детстве, вот мне рассказывали какие-то истории, мой дед, еще кто-то. Я вообще против компанейщины. Как только мы начинаем каким-то одним общим аршином мерить любую историю, любую ситуацию, то правда, истина пропадает. Вот. Сейчас, значит, какое-то, так сказать, пространство мстит, там, не знаю, времени, потом время будет мстить пространство. Это какая-то чушь какая-то. Я не понимаю, как вот сейчас харассмент оказывается. Сегодня, понимаете, что, например, фильм «Однажды в Америке», сегодня, то есть не «Однажды в Америке», а «Последний танго в Париже», сегодня, в принципе, нельзя показать. Он не может, не мог бы выйти. Вообще из всех взаимоотношений, которые существуют там между мужчиной и женщиной. Он не мог бы сейчас выйти, а если бы он вышел, то человек, который его снял, и продюсеры, они бы оказались вот в позорной яме, может быть, их, так сказать, закидали бы чем-то и так далее. Они долго бы отмывались. Чушь собачья, с моей точки зрения, все. Я никогда не считал мужчину главнее женщины, не считал женщину главнее мужчины. Это какая-то логика, коллективная логика, вот эта вот так называемая. Я всегда очень боюсь, когда возникает какая-то вот коллективная позиция, значит, что-то где-то не так.